И снова здравствуйте, дорогие мои подписчики. Сегодня хочу приготовить для вас вкуснейшее печенье, только домашнее, не магазинное, называется оно курабье. Название только чего одно стоит. Это песочное, рассыпчатое тесто. Для него нам потребуется приблизительно 300 грамм муки, 200 грамм мягкого сливочного масла, 2 яичных желтка, ванилинки 10 грамм и сахарной пудры 100 грамм. Но для начала нам нужно взбить масло сливочное с ванилькой, перемешать в однородную массу. И вот мы добавляем масло, ванильный сахар 10 грамм и добавляем сахарную пудру 100 грамм. Теперь немножечко мы так, чтобы наша пудра не разлетелась, мы немного так вот утопим нашу сахарную пудру, а то же сейчас она как пух, раз, сейчас. Масло, ванилька. Сильно долго мутузить не надо. Перемешали ингредиенты. Все хорошо. Теперь добавили белки и опять перемешиваем нашу смесь. Вот мы все смешали. Смотрите, какая воздушная масса получилась. Белки, сливочное масло, сахарная пудра и ванилька. Теперь, так как у нас 300 грамм муки, мы будем по чуть-чуть добавлять и смотреть по консистенции наше тесто. Потому что нам ведь его выдавливать через мешочек кондитерский, чтобы не было трудно. Продолжаем. Вот мы вмешали, у меня ушло 300 грамм муки, и вот смотрите, какое тесто пластичное, оно и не твердое, но и в то же время, видите, оно не забивая мукой, чтобы оно прошло хорошо через насадку. Насадки я буду использовать закрытая роза и открытая роза, так что сейчас попробуем. Вот такие у меня две крупные насадки. Это открытая роза, а это закрытая. Вот я положила тесто. Ну, не все, по чуть-чуть, потому что все-таки тяжеловато будет выдавливать. И одной рукой я, конечно, наверное, не смогу. И можно нет, чтобы засняла. Сейчас я выдавлю и вам покажу. Вот такие печенюшки у меня получились. Но чтобы положить джем, нам надо сделать небольшие углубленчики. Ну, вы поняли, да? Вот так сейчас сделаю и наполним это все джемом. И в духовочку на 200 градусов на минут 10. Вот так как мы сделали углубление, берем джем или повидло. И в эти углубления мы выкладываем наш джемчик, чтобы получилось настоящее печенька в курабье. Красивое и вкусное. Ах, ну ничего страшного. Поправим. Это сливовый у меня джем. Заполнили мы все ячеечки нашей печеньки курабье. Ставим в духовку разогретую на 200 градусов на 10 минут. Главное не перепечь. Оно должно слегка схватиться, потому что тесто нежное и быстро. Оно должно быть рассыпчатым, песочным, вкусным. Вот и готовая печенька курабье. Это я вот экспериментировала с вилкой, такой узорчик. Ну вот оно. Оно не сильно поджаристое, но оно уже готово. Так что всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Канал от Надия.